Жизни президента Аргентины ничего не угрожает. Напомню, в воскресенье Кристину Фернандес де Киршнер госпитализировали в одну из клиник Буэнос-Айреса с высокой температурой. У нее заподозрили инфекцию. По словам медиков, у главы государства кишечное воспаление. Ее состояние сейчас стабильное, она получает необходимое лечение антибиотиками. Из-за болезни президенту пришлось отменить ряд официальных мероприятий. Отмечу, 61-летняя Кристина де Киршнер уже перенесла несколько операций, в частности, по удалению гематомы мозга и щитовидной железы.